привет! Меня зовут Ксюша. Расскажу вам про набор обучающих карточек Wunderkind с пеленок «Дикие животные». Купи ребенку ТВ. Данный комплект содержит 40 карточек с изображением диких животных. Просмотр таких карточек позволяет ребенку в игровой форме быстро усвоить названия диких животных, запомнить, как пишутся слова, развивает у него интеллект и формирует фотографическую память. Также формирует энциклопедические знания. На обороте каждой из карточек есть факты о данном животном, также есть небольшой вопрос для ребенка и есть загадка. Допустим, сейчас я вам прочитаю про кенгуру. Кенгуру – это млекопитающее, семейство кенгуровых. Кенгуру питается травой, листьями, клубнями и корнями. На животе у самки кенгуру есть сумка, в которой мама носит своего малыша. У самцов сумки нет. Кенгуру прыгает с помощью мощного хвоста и нижних конечностей. Далее у нас следует вопрос, каких сумчатых животных ты знаешь? И предлагаются ответы. Коала, вомбат, сумчатый крот, опоссум и поссум. Далее идет загадка. Сидит у мамы в сумке крохотный ребенок. Угадывай, а ну-ка, кто это? Кенгуренок. На данных карточках содержится 160 фактов и 80 заданий и загадок. Вы можете заниматься с детками от 6 месяцев. Методика придумана и разработана Гленом Доманом. Карточки Wunderkind с пеленок – это отличный подарок для молодых родителей и прекрасная возможность провести как можно больше драгоценного времени с вашим чадом. Пока, друзья! Смотрите купиребенку.тв. Купи ребенку ТВ.